вынесший обвинительный приговор для тех, кто выносит вот эти приговоры. Опыт соседней страны все-таки можно учить. И нас учить, и их учить. Свободу памяти Кульчанова. Спасибо. Я и Илья Хиджакова. Мы пришли выразить признательность, поддержать ребят. Это главное. Неожиданной сложной судьбе. И сказать, что, видимо, хорошие книги они читали в детстве. Что в юности, когда выпала у них такая горькая доля, они нашли себе силы с честью выйти из этой ситуации. И вот поддержать их и сказать добрые слова, это вот главная была задача прийти и сказать. У меня и у Лехи Жакова, если у нее репетиция. Свободу! Здесь вместе со всеми свободу, свободу! Радостно, что пришло гораздо больше народу, чем обычно. Есть неравнодушные люди, уже хорошо. Но дальше, что будет дальше, непредсказуемо. Вы знаете, весна пришла. Приходит весна. Приходит весна, все у нас получится, все будет хорошо. Ребята будут на свободе. Привет. Свобода. Это то, что мы здесь все ощущаем. И я уверена, что ребята в клетке сейчас в суде тоже чувствуют себя самыми свободными людьми в этой стране. Сидящие сегодня на скамье подсудимых, они абсолютно невиновны. По ним за все это время судебного процесса не было представлено никакой доказательной базы. Это все сфабрикованные вещи. И, безусловно, власть демонстрирует всем нам, всем участникам протестного движения, что трогать, прикасаться к этой власти нельзя. Нельзя прикасаться к Путину и его друзьям. И нельзя прикасаться к правоохранительным органам, которые охраняют эту вертикаль власти. Сегодня же понятно, что полиция и ФСБ, и другие спецслужбы не охраняют граждан, они охраняют эту власть. Наша партия, РПР Парнас, мы будем продолжать протестовать и организовывать, и призывать граждан не забывать то, что сегодня происходит, и будем еще акции солидарности с узниками 6 мая будем проводить. Свободу узникам 6 мая. Здорово, что много людей в Замоскворецке сюда собралось. Конечно, полицейские просто беспредельщики сейчас только что схватили парня с российским флагом. Флагом из георгиевской ленты. Это уже преступление, да? Держать национальный флаг и ленту победы. Боюсь, что Путин, напуганный до полусмерти ситуацией там на Майдане и так далее, будет все делать, чтобы назидание другим и в виде акции устрашения ребят посадить, в том числе и нашего товарища Сергея Кривого. Это говорит о том, что вы готовитесь сейчас избивать людей. Наши граждане, ваши граждане, ваши граждане, кому-нибудь делать? Свободу! Свободу! Свободу!
Россия!